сорт острого перца, колпак петрушки. Это наша отечественная селекция. Такой вот красавец. Это декоративный съедобный сорт. Очень острый. Такие-то у него красивые плоды. Этот кустик может достигать высоту до 1,5 метра. От 70 до 1,5 метра. Так. Смотрите, какой он у меня. Этот кустик у меня всего 15 сантиметров в высоту. Вот такой вот красавец. Это съедобный сорт. Его можно применять в пищу. Можно консервировать. Довольно острый. Вот такой вот маленький кустик. Угадайте, сколько кустику этому лет? Не поверите, ему 3 года. Каждый год я забираю его домой. У меня там есть видео, которое называется «Весенняя обрезка». И там есть этот кустик, он стоит у меня на подоконнике и упирается в потолок. Вот я его обрезаю и вожу на дачный участок. Вот видите, он стоит на открытом солнышке. Температура бывает за 50 зашкаливает. Так как наша селекция, он адаптирован к нашим условиям. Я его не притеняю ничем. По сравнению с остальными. Остальные все у меня притянены. Этот нет. Вот такая веточка. Я его тоже обрежу сейчас. Сегодня уже 18 сентября. Видите, он цветет. Цветет и пахнет. Вот такой вот. Вот такой красавец. Это классный. Выращивать себя на подоконник. Только обязательно надо формировать кустик. Такой красавец. Так что советую. Выращивайте его на подоконнике. И он будет осрадовать большими урожаями. Вот. Какая красота. Так что, всем пока. И до новых встреч.